Привет, привет, ребят. Я тоже очень рад вас всех видеть здесь. Круто, что все приехали. Я, собственно, занимаюсь играми на блокчейне и всем, что с этим связано. Вот, хочу повторить слова Инала. Запомните получше, как выглядят эксперты и меня в частности, потому что я буду делиться своей экспертизой с вами на протяжении этого уикенда. Не стесняйтесь, задавайте вопросы, подходите. Если есть какие-то идеи, о нем кажется, может быть, не совсем зрелыми, пообщаемся, придумаем. В общем, я уже переключаю, что ли? Да. Да, прошу прощения. Ну, собственно, и перейдем мы к нашему первому треку, в котором я вам буду помогать. Identity Management. В современном мире мы часто используем документы разнообразные, паспорта, там, права, нам как-то их нужно хранить, как-то предоставлять. И многие из вас, наверное, используют для этого камеру своего смартфона, облачное хранилище или Dropbox аккаунт. Вариантов масса, но есть большая проблема, что все это лежит, ну, в одном условном месте, да, и если злоумышленникам каким-то образом удастся получить доступ к централизованному хранилищу, то все документы утекут хакерам. Это повлечет за собой какие-то, ну, грандиозные проблемы. Вот, собственно, здесь мы видим решение на блокчейне, и оно заключается в том, что мы можем построить систему, которая позволяет эти документы хранить надежно, хранить зашифрованными в публичном блокчейне, но при этом каждый имеет ключ от своего документа сам. То есть чем-то похоже на такую большую камеру хранения в супермаркете, наверное. Собственно, задача ваша в этом треке — использовать смарт-контракты, дата-транзакции, реализовать подобную систему каким-то образом. Далее идет мой любимый трек. Это игры. Класс! В общем, игры — это, в принципе, весело, как мы уже поняли по крикам из зала. И там много аспектов, но мы разберем с вами один основной аспект — это прозрачность игровой механики. То есть, когда вы играете в какую-то игру, какую-то лотерею, вам сдают карты в партию покера или что угодно, вам вряд ли докажут, что ваш шанс там выиграть или проиграть был честно посчитан. Или вы, если собираете крышки от бутылок Кока-Кола и хотите выиграть автомобиль, то никто не знает, как выбирается этот победитель. Собственно, в этом треке мы призываем создать или перенести существующую, вашу или, может быть, чужую игру или что-то с ней связанное на смарт-контракты Waves и каким-то образом использовать, а именно, это масса вариантов, поэтому не буду все перечислять, но вы можете, например, использовать это для подтверждения выигрыша, либо там для вычисления каких-то шансов или случайностей. Собственно, мы призываем попробовать использовать это и сделать подобного рода игру. И по этим двум трекам вы в полном праве обращаться ко мне в течение всего уикенда. И еще раз спасибо всем.